Волга. Деревня Смеловка Терновского района Саратовской области. Поля сельхозартели имени Шевченко. 12 апреля 1961 года, завершив невиданный в истории человечества космический полет, здесь приземлился первый летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. Наш кинокорреспондент встретился с механизаторами первой тракторно-полеводческой бригады, видевшими его приземление. Вот что рассказала об этом Анна Акимовна Тахтарова. Сажал я картошку. Ворот у меня рядом с полосой. И девочка вдруг заметил. Смотри, бабанька, летит что-то. Я глянул, и правда летит, да низко мимо нас и низко. Когда он приземлился, шел к нам, а мы обратно испугались был его. А он шумит нам, идите, мамаш, идите сюда, не бойтесь, человек свой. Когда подшел уже, снял перчатку. И тут здоровкались, спросил, как вас, мамаш, зовут? Я говорю, Анна зовут. Ну и он тут представил себя.